Что лучше, сетевая или аккумуляторная болгарка? Насмотревшись некоторых блогеров, я начал делать выбор в более аккумуляторах. В принципе, штука вообще крутая. Но именно у Китая, вот я покажу фирму, аккумуляторы редкостная херня. Не хватает сделать, ну, грубо говоря, полметровый рез. Не хватает его отпилить 2, 3, 4 реза по арматуре, грубо говоря, десятки. Он тупо уходит в защиту, и вот это начинается там дрочильня. В общем, в принципе, штука крутая, если бы не аккумулятор. Надо попробовать на оригинале макетовском поработать. Если он будет нормально держать, то однозначно в тему аккумуляторов. Штуки бесщеточные, надежные. Я уже ее разбирал, собирал, как бы мне нравится. Сетевые. Сетевые для гаража лучше нет. Кто бы что там ни звездил. Когда вам надо будет зачистить 1-3 метра шва от сварки, особенно электродно-дуговой, лучше этого вы ничего не найдете. Она будет греться, будет страдать, будет стонать, но она будет работать, потому что это сетевая болгарка. То, во-первых, тупо жалко, и аккумулятор, и сам ресурс болгарки, и, во-вторых, она довольно-таки сильно греется при зачистке. Мы даже этими штуками работали в закрытых помещениях, там контейнер, то есть прямо внутри этой цистерны мы зачищали швы, как бы, блин, вполне себе достойно. Ничего не мешается, ничего, как бы, если мозги есть, то мозги есть. Так что сказать, что лучше или хуже, нельзя. По удобству, как в руке лежит, я смотрю, у тебя рука полностью не закрывается в этой болгарке. А ту? Ну, то смотря, где держать. Ну да. Но... Какая вообще объективнее, вот удобнее, ну, смотри, лежит в руке? Мне ее выключать не так удобно бы. Угу. То есть, ну нет, так-то, в принципе, я дотягиваюсь, но у кого ручек поменьше, ему уже... А вот это вот? А эту надо, а это, да, это дотягиваюсь, кстати. Я же не буду ее тут держать, я вот так буду держать. Ну, субъективнее, какая удобнее, вот, на твой взгляд? Слушай, мне сетевые как бы больше это в душе нравится. Я ими больше работаю. Это вот чисто что-нибудь спиздить. Вот мне надо сделать шибер, о, не шибер, а это козыречек на дымоход. Вот с этой штукой как бы быстро, удобно, а с этой штукой зачищать швы. Каждый для своих задач.